Всем привет, привет, уважаемые зрители моего канала. Давно не показывал хрюшечек. Вот наши будущие мамашки на выгуле. Выпускаем их постоянно. Для того, чтобы они очень быстро и стремительно набирали вес. И ушла. Так, и, в общем-то, чтобы роды прошли тоже полегче, чтобы они не застаивались. Девчонки активно набирают вес, за что мы, в общем-то, немножко переживаем, поэтому хотелось бы их держать в форме. Пришла красотка яблочки поесть. Я ее и поснимаю. Значит, в конце сентября будут проситься вот наши крупные белые две свинки. И через недельку будет проситься дюрок. Друзья, предложение есть. Поросята, запись на поросят уже открыта. Так, цепочки мои идут. Ко-ко-ко. Запись на поросят открыта. Кого интересует, звоните, записывайтесь, бронируйте. Сейчас, секунду. Переключаюсь сюда опять. Вчера здесь уронили золу, ведро с золой. И влажно было, не удалось ее смести полностью. Смотрите, как свинья ест. Вот прям аж стоит и выедает эту золу. Значит, что-то там. Ну, понятно, что зола это супер полезная. И для свиней, и для кур. Вот там зерно для кур рассыпано. Поела, поела, моя хорошая. Куры не поймут, думают, это кто. Это кто? Хотя куры постоянно ходят, к ним подворовывают. Свинки, когда едят, немножко разбрасывают в коридор, в проход зерносмесь. И курочки ходят. Смотрите, так, вот петушок. Это будущие брезгальцы, будущая семья. Вот петушок, вон самочка. Ребят, про брезгальцев хотела снимать отдельное видео, но раз свинка ушла, расскажу. Ну, мне, как всегда, везет в кавычках. Напоминаю хронологию. Я покупала 70 яиц, причем не дешевых яиц. Очень хорошего заводчика. Но он просил себя не упоминать, потому что он на Россию не торгует. Ладно, не продает, то есть. Я купила 70 яиц. У меня вывелась часть цыплят. Не буду врать, сколько, но около 50 точно. 20 цыплят я продала, чтобы хоть как-то немножко компенсировать затраты на инкубационное яйцо. Хотя, конечно, это была капля в море, но тем не менее. В общем, на сегодняшний... Соответственно, у меня где-то около 30 цыплят остается, даже больше. Иди, 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 мой хороший, иди, иди, иди. Прыг-прыг. 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 Ой, все раскидно. Это свинки уже перевернули. Я поставила помыть поддон из брутера. Все уже перевернуто. Ты тут будешь сидеть, как на жердочке, да, мой хороший? Ну, сиди. В общем, больше 30 цыплят остались у меня. Думаю, ну ладно, хотя бы пополам там будут курочки. Не тут-то было. В общем, сегодня специально стояла, считала. Штук 10 всего. Всего штук 10 у меня будет курочек. Вот петушок из другого семейства уже я привезла. Так что вот такие вот, понимаете, вот бывают варианты. Со мной это бывает очень часто, кстати говоря. Да, у меня было такое, что я из Германии привезла 20 штук яиц, и из 20 штук яиц вывелось 9 петушков. Все. А деньги вложила вообще такие космические, что было и жалко, и смешно. Вон еще бегут девчонки. Вон еще бегут. На последней травке сейчас, конечно, они загаживают весь двор, но выпускаем гулять перед зимой, чтобы они успели набраться всех вкусностей, всяких полезностей для себя. И, в общем-то, в зиму уже пошли сформированные и здоровые птички. Вот так вот. Так что у меня тут птичий двор в полном смысле этого слова. Свой птичий двор, они уже весь практически... Там корка, там надо пахать. О, еще одна подбежала. Ну и здесь то же самое уже превращается. Свиньи все переворачивают, куры везде какают. Ну ничего. В общем-то, муж, конечно, ругается, но пока так. Без категоричных ноток. Знаете, это у него бывает такое, так, все, больше, чтобы я это не видел. Тогда, конечно, уже все убираю, все закрываю. А сейчас мой основной курятник большой, в котором обычно содержится породная птица, стоит на дезинфекции, как вы знаете, да? После того, как убираешь птицу какую-то, и перед заселением следующей партии должен пройти временной разрыв. Как советуют ветврачи, временной разрыв должен быть около 100 дней.
Но у меня около 100 дней не получится. Получится, наверное, около месяца. После, естественно, он полностью вычищен. После этого, значит, обрабатывается препаратами дезинфицирующими. Засыпается зола. Буду засыпать пирочист под подстилку. Засыпаются опилки там или у кого что есть, или стружка. И после этого уже запускается новая партия птицы. А, как вы помните, у меня в этом году перезагрузка. Я всех своих рабочих лошадок, как говорится, кур, малин, семью малинов и семью маранов подарила своим зрителям, то есть кому-то из вас, не кому-то, а Леночке и Надежде. Вам повезло, девочки. Вам подарила свои две семьи. Ну, вы знаете все про этих кур, вы знаете, что они, конечно, не первой свежести. Тем не менее, куры еще послужат. Но мне для племенной работы, в общем-то, пришла пора обновлять поголовье. С петушками, помните, да? То есть самочек я взяла от своих кур, петушков пришлось искать. Я завезла инкубационное яйцо от родных уриц. А лишних петушков тоже, я помните, продавала зимой. Вот себе оставила два вот таких красавца черно-медных. Вот. В общем-то, по курам у меня перезагрузка. И что еще? Гуси уедут. Гуси у меня не остаются. Новая порода брестгальцы. Вот смотрите как. Значит так, кучинская юбилейная новая порода. Брестгальцы новая порода. Мараны и михелевская кукушка – это то, что у меня было. Вот такие вот у меня тут новости. Вот так вот у меня на следующий год примерно пойдет. Вот вместо гусей я завела две новые породы кур. Ну и, в общем, с курами как-то мне проще. И, ну, проще и сердцу милее, скажем так. Гуси – это хорошо, но как-то я с ними не договорилась, скажем так. И жалко этих гусей губить, поэтому, в общем-то, все. Сергей ждет из Тулы. Сергей, я помню, гуси ваши. А то он как смотрит видео, я про гусей скажу что-нибудь, он тут же звонит: «Лена, не забудь, а то вдруг ты их отдашь, забудешь». Не забуду, гуси ваши. Ждем, когда они гусяток отводят, и, в общем-то, Сергей их заберет. Вот так вот, вот такие у меня новости. Значит, свинки гуляют, поросятки будут, молодежь подрастает, все нормально, все хорошо. Закупаем зерно. Сниму, наверное, отдельное видео, потому что многим интересно будут ценники на зерно, количество. Ценники, конечно, разнятся. Вот там целая история про закупку зерна. Так что отдельным видео сниму. А сейчас напомню самое главное. Друзья, я уже снимала отдельный ролик по инкубаторам торговой марки «Ремил». В данный момент идет акция, по которой вы можете получить скидку, если вы позвоните к производителям и скажете, что вы с моего канала. То есть звоните, здравствуйте, я с канала Елены Коптевой, хочу приобрести инкубатор. Акция продлевается до конца сентября. Дальше, может быть, еще будет продолжаться, но уже на других условиях. Всем, кто заказал, молодцы. Я вас поддерживаю. О каждом из вас мне сообщается производителем. То есть вы звоните заказывать, производитель мне сообщает. Ну, так, чтобы не было такого, чтобы, понимаете, кто-то со стороны воспользовался моим именем и, в общем-то, заказал инкубатор. Хотя, в общем-то, достоверно проверить это невозможно. Но, во всяком случае, я хотя бы условно подтверждаю, что да-да-да, этот человек мой зритель. Ну, так вот, такие условия у Ремила. Вот, ребят, время еще есть, инкубаторы еще есть. Заказывайте, кому нужно, не откладывайте в долгий ящик. Не заметим, как начнется следующий инкубационный сезон. У меня он начинается вообще рано в декабре, поэтому у меня тут пару месяцев отдышаться и по новой поехали. Вот, поэтому, кому нужно, не откладывайте. Ценник сейчас стоит на месте. И плюс еще очень хорошая скидка для зрителей моего канала. Как заказать инкубатор? Оставлю телефон под видео, можете по нему позвонить, и, в общем-то, вам там все расскажет. Можете зайти на сайт инкубаторов «Ремил», посмотреть конфигурацию, которая вам нужна. То есть это может быть от такого вот маленького инкубатора до производственного, там и тысячный, и на 500 яиц есть. В общем, и выводные камеры.
как говорится, разного и всякого, как у Якова. Поэтому кому что. А в данный момент мы с вами смотрим Ремил 270. Ну, я считаю, что вот такой инкубатор вообще каждый птицевод должен иметь. Я имею в виду не именно Ремил. Я имею в виду, что вот такой вот вместимости. Потому что все начинают там с Блиц 48. И в результате в первый же инкубационный сезон выясняется, что никуда не годится. Не потому, что мало яйца входит, а потому что мы развиваемся, все мы начинаем с 5 курочек, потом уже у нас по 5 пород у каждого. Вот, так что такой вот профессиональный инкубатор, мне кажется, стоит иметь. Ну, все, все вам рассказала. Если есть вопросы, пишите. Всех была рада приветствовать на своем канале. Телефон под видео оставлю. Всего вам доброго, до новых встреч!